Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды. Сразу же отправляемся в магазин и покупаем 3 ДНК на нашу шинигами. Так, ребята, еще 3 ДНК и все, как я говорил, она прокачается. А теперь попробуем с тобой зайти в испытание и найти 2 ДНК на Рафаэль Видение. Так, давай-ка, где тут у нас шансов-то побольше? Наверное, вот здесь все-таки будет. Ну что, поехали? Да ты серьезно, ну? Блин, видеомагнитофон и всякую фигню дают, вот, посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Да не такой Рафаэль мне нужен. Что ты со своими жетонами-то, а? Специально, да? Они специально... Есть! Все, ребята! В принципе, оно того стоило. Я не спорю, ребят, что мы с вами не сможем сегодня, именно сейчас, в данный момент, пройти полностью событие. Одно. Я думаю, ты уже догадался, какое, да? Вот это. Борцы с преступностью. Но начать мы сможем. Вполне нам хватит там пройти 3 или 4 уровня. Так, ну что, пока будем с тобой проходить серию испытаний. Раз, два, три, четыре, пять. Быстренько пробежимся. Зато мы сейчас с тобой Рафаэльчика вкачаем до 5 звезд. Вот так вот. И теперь это событие нам вообще, ребята, по барабану будет. В следующий раз, когда оно будет у нас в игре, мы его просто игнорируем. Почему? Ну, потому что у нас все черепашки, которые там разыгрываются, а именно Рафаэльчики, имеют 5 золотых звезд. Так, ну что, переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас, ох, какая команда. Давай-ка я сделаю вот так вот. Бэм-бэм. Не упал. А если так? Упал. Так, укус сделаем, наверное, крипу. Тройной. Тройной тулуп. Да ладно, еще не пробили. Ну тогда вот так вот. Замечательно, и пиццелицей. Пиццелицей что? Пиццелицей получает, но не падает. А мы смертельную волну. Опа, все. Упал лицом в землю наш пиццелицей. Ну и кланфут, соответственно, тоже падает. Все, ребята, идеальное прохождение. Никто не погиб. И такого уже 100 лет не было, чтобы кто-то у меня погибал на испытаниях на этих. Забираем здесь награду. Так, теперь где у нас пиццелицей? Навыки нам нужно прокачать. Ага. Стой, подожди-ка. 3 геймпада нужно? Ладно, давай попробуем вытащить. Ну, что-то мне подсказывает. Ага, 3 геймпада. Не тут-то было. Слушай, нет, лучше, наверное, вот здесь вот все-таки пытаться. Наверное, шанс будет побольше. Тут геймпад и джойстик. Выпадает нам пока только мутаген. И выпадает нам геймпад. Нам что нужен? Джойстик, да? Ты смотри, что специально уже пошло. Вот вы жучары, а. То мутаген, то просто джойстик дают. Ага, вот джойстик. Джойстик, геймпад, все время я их путаю. Так, еще один джойстик. И третий нам нужен, последний. Которого фиг ты добьешься, да? Один мутаген валит. И геймпад. Все, у нас пицца кончилась, прикинь. Я офигею, у нас пицца кончилась, а я так и не нашел последний этот геймпад, или джойстик, да. Ладно, забираем здесь награды. Подожди, а почему сразиться в трех боях в сложном режиме? Я же дрался в сложном режиме. Я 3 Донателло, ё-моё, фармил. Чё не... Так, постой. Подожди, подожди, где, нам нужно что? Так, сейчас, секундочку. Не волнуйся, сейчас разберемся. Мы с тобой фармили на паукуса номера, так? А, нет, вот это вот.
Трындец, я один бой не отыграл. Да нет, не один, а два боя не отыграл. Как так-то? Так, посмотрим, у нас пицца разыгрывается? Разыгрывается. Погнали. Я этого так не ставлю. Я этого так, ребят, не оставлю. Сейчас выбью пиццу и допройду все это дело. Ну что, пиццелицы, радуешься? На тебе. Чтоб тебе неповадно было. Так, продвигаемся дальше потихоньку-полегоньку. Думаю, на арене там слишком много поединков не будет. Потому что мы с тобой вчера взяли топ. А заодно, кстати, посмотрим, как нас низко сбросили. И вообще сбросили ли нас. Так, давай еще разок удар пиццелицам. Он тыч, падает. Он даже ничего не успевает сделать. Просто посмотреть на нас и все, и всплакнуть грустными глазами, потому что сразу ему Леонардо прописывает люлей. Так, еще 20 пицц получаем. Поехали за 25 пиццами. Что он там держит? А, мне показалось, что он что-то там монетку крутит в руке, а нифига подобного. Это у него такие пальчики пухлые, оказывается. Так, и, по-моему, сейчас будет последний, да, поединок? Их 4 же всего пиццелицы здесь. Не 3. Ох, тут даже 5. Последняя дает 35 пиццы. Слушай, ну нормальное такое событие, где нужна тебе пицца. И вот, заходи и зарабатывай. Чпок, готов. И причем проходится довольно быстро. Одного сильного удара достаточно, чтобы этот пиццелицей упал лицом, как говорится, вниз. Уже 95 пиццы, и последний дает нам 35. 95 и 35, это получается 130. Да хорош ты. Ага, на тебе. И пробивной. Нифига себе, у него на 50 уровне, да? Инициатива больше, чем у моих сотых. Обалдеть. Ну что, вот и все. Пиццу мы с тобой собрали. А сколько там у нас? 130, по-моему, должно быть. 130, ну да, 130 мы получили. Так, что я там не доделал-то? Не нашел, не допрошел. Вот здесь, да? Поехали. И все равно не дали, а? Ну вы серьезно, что ли, а, жучары? Я говорю, дайте мне джойстик один, а? Чтобы я уже в следующей серии не отвлекался на эти джойстики, я уже искал что-нибудь другое. Все, нашли. Нашли мы с тобой джойстик. И нам надо будет с тобой находить еще ящики с инструментами. 10 штук. Забираем здесь награду и поднять уровень персонажа. Сколько нам нужно для того, чтобы... Так, где у нас майки-то? А вот он, майки. Навыки. Нам нужно 30 тысяч. Буквально чуть-чуть не хватает. Блин, тут же еще траты. Ай-яй-яй, 10 тысяч мутагена. Ребят, ну что? Рафаэль Видение получает у нас 5-ю звезду. Ох ты. Воронка пламени. Раф теряет контроль, создавая огненный смерч, поражающий всех врагов. Разрушитель. Увеличивает силу атаки на 25%. Восстановление 5 ходов. Вот так вот, ребята. Это классно. Так, ну раз мы с тобой мутаген потратили, значит, нам надо прокачивать вот здесь, чтобы завершить все задания. Так, так. Теперь переходим на турнирку. 97-я, ребят, позиция. Все-таки почти сбросили, да, получается? Ну, жучары, а? Почти скинули меня. Ну что же, соответственно, бежим вперед, сломя голову, вот как этот мутагеноид бежит. Кстати, вот сравни, да, какой у нас тут мутагеноид и какой мутагеноид в игре «Черепашки-ниндзя. Безумные мутанты». Я тебе показывал. Здесь он, мне кажется, как-то получше выглядит. Но там пострашнее. Да? Там действительно как будто такой монстр. Тут фиг поймешь, какой-то бочонок, канистра.
А там, там, да, там солидно. Такой, мозги, там челюсть отдельно. Эй, все это как-то на мясе, на мышцах держится. Так, ну что, поехали дальше. Берем Армагушу, берем, опять же, Супер Шреддера. Здесь много не надо будет поединков. Сколько там хватит, наверное, я думаю, 8-7, этого будет достаточно. Так, ну что, родные, давайте я вас сейчас нахлобучу, и где-то мы пройдем с тобой, может быть, 2 или 3 главы в испытании на этих, где будем мутантов, животных-мутантов фармить. Тоже нормально, а чё? А уже в следующей серии будем конкретно этим заниматься, но это уже будет в пятницу, и там у нас еще будет доступно событие «Черепашья буря». Тоже не стоит забывать, что... Ну, там, ребят, там всего лишь, по-моему, по одной заходке делается, да? Там же не несколько частей, насколько я помню. Так что пробежимся по-быренькому, да и все. Но зато, по-моему, очень много забирают именно сыра. Там чуть ли не 15 за один поединок. Так, ну что, Усаги, давай. Бомби. Крутит, вертит. Отлично, постепенно урон почти на всех, кроме Ваньки. На Ваньку не упало. Опа, готовы, ага. Ханорик-то не готов. Но он дуплится от постепенки. Все. Постепенный урон его уничтожил. Кстати, если выбирать, ребята, самых крупных персонажей в игре, я могу выделить трех. Это Супер Шреддер, Мутагеноид и Бакстер Стопан. Мне кажется, это самый... А, Крэнк еще. 4. Крэнк, он тоже здоровый. Чуть ли не на полэкрана. Ну, можно там уже дальше выбирать кожеголовый, но мне кажется, что вот эти ребята самые-самые здоровые. Как ты думаешь? Ага, ага, конечно, конечно, знаю я эти приколы. Сейчас бы взял бы 70-х уровней. Прописали бы нам, мало бы не показалось. Тех, вовремя меня спохватился. Ну что, поехали. Супер Шреддер делает свои клинки. Куда бы бомбануть-то? Давай, наверное, сюда. И... да давай волной, в конце концов. Чем мы теряем? Да ничего. Все. Я вначале думал клешней звездануть, но передумал. Так, смотрим, на какое место мы сейчас с тобой приземляемся. Очень быстро мы здесь проходим. С 50 на 37 место. Вообще шикарно. Я здесь уже как рыбка в воде, да, себя чувствую. Ну что, берем Супер Шреддера. Давай вот так вот сделаем. Не будем тут особо сильно замудряться. Угу. Поехали. Так. Шипы. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну что ты делаешь, а? Паршивчик. Готов. Ну-ка, сюрики. Сплинтер, по идее, должен был... Да, от постепенного. Но вот прежде чем отдуплиться, ему обязательно нужно было звездануть. Понимаешь, мило? Вот он не может погибнуть, не ударив. Так, с 37 места мы переходим с тобой на 22. 11 откатов у нас с тобой есть. Так, поехали. Беру Леонардо, беру Шреддера. Так, так, и вот так. Все. В принципе, следующий поединок можно взять одного Шреддера и добор команды, и все, и здесь пройдем. Поехали. Вообще, оставляет им просто мизер здоровья. Естественно, Леонардо здесь элементарно с ними справится. Мне кажется, даже если бы он сейчас не ударил, они бы все бы от постепенки тоже бы крякнули. Это скорее всего. Ну что, какое местечко там? 15-е? Ух, 7-е. Все? Это последний бой, я так понимаю. Супер Шреддер. Так, так, так. И вот так, как раз замечательно, 80 уровни. Сейчас первым 100% должен сходить Зек. Потом Шреддер. Тихо, тихо, чуть было не кинул то, что не нужно.
почти идеально. Вот только, ага, иммунку вешает. Иммуночку, ну-ка давай, на. И вот так вот, молниями. Все, ребят, первое место нам с тобой обеспечено, это 100% тебе говорю. И мы переходим уже на события. Мастер, одна звезда. Все прекрасно. Так, в магазине у нас точно ничего нету? В магазине у нас все пусто. Ну и фиг с ним. Так, а вот у нас и испытания. Поехали, ребят. Ну, естественно, здесь я ставлю на автобой. Тут вообще топ-команда почти у нас участвует. За исключением кого? Джастина. А Джастин тут, конечно, ни к селу, ни к городу. Кто-то спрашивал у меня из подписчиков: Рэй, почему ты не играешь на первой скорости? Ребят, если я буду на первой скорости играть, то это будет трэш как долго. Смотри. Как тебе такой расклад? А? Это на первой скорости. Как будто замедленное кино. Нет, ребят, конечно, лучше на двоечке. Во-первых, нету лишних звуков. Во-вторых, все очень быстро проходит. Вот, в принципе, и ответ, надеюсь, ты понял. Так, ну что, мы с тобой двигаемся далее. Это было первое, да, у нас, где мы получаем Кирби, мышь. Так, 4, здесь тратим 4, потом, по-моему, 5. 4, 5, это уже будет 9, а у нас 15, 6. Нам хватит, по-моему, на 3 еще, да? 3 головы пройти. Так как здесь, ну, легко пока. Особо затрат никаких нету. Проходим на одном дыхании. 25 уровень, 20. Это вообще для нас ничто. Как я слышу этот шум дождя, мне сразу почему-то, ребят, спать хочется. На тебе, кожеголовый. На тебе, Пит. На тебе, Мондагека. Окей. Все. Без каких-либо проблем. Слушай, на самом деле, что этот Армагон тоже выглядит довольно мощно, да? По телосложению. Так, переходим с тобой на Макмана. Погнали. Грибочки. Люди-грибы. С полтыком их разобрали. Так, здесь Макман, Тимати и стрелозады. 30 уровень. Вообще ни о чем. Ну вот посмотри, какой здесь мутагеноид. Такая непонятная каша, да? Где там что? Там вообще такое ощущение, что там не голова и мозг, а какие-то почки, там, знаешь, кишечник. Вижу там только глаза, один глаз. И все. Так, ну что, переходим дальше. У нас хватит с тобой на еще один поединок? Как раз хватает. А уже следующие идут именно мутанты-животные. Так, здесь я ставлю на автобой. Ну, из-за этого серия получается, ну, коротенькая, да, ребята? Но самое главное, что мы все-таки Рафаэля видение прокачали до фулл звезд. Все, теперь, когда у нас будет такое же событие, мы с тобой не отвлекаемся на события, где Рафаэль разыгрывается, а сразу прямиком идем сюда и полностью посвящаем себя этому событию, полностью фарм и тому подобное. Так, ну давай быстренько тут раскурочим всех и будем уже, так сказать, закругляться. Последняя волна. А, тут этот мусорщик, ёк-макарёк. Желтый диван. Не диван, а матрас. Все. Бакстер Стопман сделал волну и, соответственно, здесь мы выиграли. Завтра уже будем заниматься фармом. Так, мы с тобой хоть набрали немножко мутагена? Хватит нам, нет? Да вряд ли там, да? 22 тысячи всего лишь. Этого мало для того, чтобы нам прокачать майки.
пиццы, по-моему, у нас тоже не осталось, да? Подожди, а зачем мне сейчас майки? Мне не майки нужен, мне нужен паукус. А, есть еще пицца. Ну что, давай тогда искать с тобой чемоданчики. Ящик с инструментами. Пока один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Ну что, ребят, 5 ящиков мы нашли. Останется еще 5 и прокачаем до 5 ступени. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!